Ситуация с коронавирусом в соседнем Кыргызстане развивается по одному из худших сценариев. Каждый день Минздрав озвучивает статистику о сотнях новых зараженных, о десятках умерших. В Кыргызстане за сутки от коронавируса и пневмонии умерли сразу 33 человека. На кладбищах все больше новых могил. Сарбагыш Табалдиевич был врачом от Бога. Если Сарбагыш Табалдиевич рядом, то мы чувствовали себя как за каменной стеной. Акши менен операцияга киргенде эч кандай коркпойт элек. Сарбагыш Табалдиевич наркоз берет, значит, баары жакшы болот. Кичинекейин деле ушул врач болорун мындай кичинекей кезинде эле билинчү да, мисалы үчүн бир кошунабыздын баласынын бутуна чок түшүп кетип, кичинекей эле бала болчу да. Ошондо бутуна, согончогуна мындай чок түшүп кетип, күйүп атыптыр да бутучу. Ошону эч ким эмес билбей калганда чуркап барып сууга салып, ошо сактап калганда, эсли кичине эле мындай чыдаганда ошо тарамышты ошо кесип кетмек экен да. Пандемия башталбадыбы? Биз ошого даяр болушубуз керек деп эле өзү кооптонуп даярдана баштады да. Бул негизи ошол ковид болуп башталганда эле ойлогонбуз, бир эле жума, эки жума депчи. Андан кийин ойлогонбуз политикага эле байланыштуу депчи. Эң башында албетте ишенбейбиз да. Анан кийин ушу биринчи больной уже атам келип айтпа баштады. Биз жактан уже даярдап баштадык уже. Ковидтин буюса, ковид дагы башталса биз уже да эметип калдык депчи. Бизге кандайдыр бир эме эле средствалар жетпей атат депчи. Анан албетте жүрүнүшөткөн. Ким эле өзүнүн жакын адамы ошоктой иштесечи. Ошол убакта Дилбар абышында мага чалып айтып атты да, аябай катуу болуп атат. Аябай күчөй баштады, уже места жок. Чындыгында ал вирус биздин өлкөгө келгенде биз даяр эмес элек. Сөз түрүндө даяр болуп практикалык убагында даяр эмес болчубуз. Көп нерсебиз жок болчу. Ошо ковид башталганда үйгө келип бир саат жатайын десе эшиктин алдында элдер толуп калчу да. Толуп калчу. Даже биз айткан күндө деле эшиктин алдында толуп. Бир саат эс алып анан сразу жумушка кетчү да. Эң биринчи больной түшкөндө ошо эсимде да, багыс үйдө чай ичип отурабыз. Анан атам жаңы эле жумуштан келген. Отурганда эле анан атам анан телефон чалды да. Чалганда анан айтып калды. Ошол больной түштү, срочно келди депчи. Анан атам эшикке чыгып баткан багып сузаттык да. Как будто мындай согушка кетип бараткандай эле да. Анан бүтпай эшикте отуруп. Мен эсимде ушундо ошол жакка келип отуруп ыйлаганмынчы. Бүгүн эмне келбейм? Уже көрбөй калгандай сыяктуу болчу. Бирок ал келди атам ошол күнүнчү. Бизди успокаивать этип баштады. Балдар коркпогула, эми бара деле болот депчи. Буюса бул нерсени чыгып кетебиз депчи. Эми эмнеге билбейм, атам ушунун сөз айтса ошого ишенчүмүн да. Бул бир күн дагы үйдө болгон жок. Постоянно ошол жерде күндүр түндүр иштеп атты. Анан карындашым жанында иштейт, ал дагы ооруп жатып калды. Врачтардын баары ооруп калды, мына главврач ооруп калды, зам главврач ооруп калды, берки ССМнин главврачы өлүп калды, анын бир туугандары өлүп атты, жанындагы врачтардын баары ооруп жатып калды, медсестраларын баары, өзү жалгыз калды да аянында. Анан мен барсам айтып атат, давайте андан көрө өзүбүздү өзүн да колго алалык, элдердин баарысы паникада болуп атат. Мындай бир организационный вопрос, жардам бергиле деп өзүнүн уулу баласы бар, Төлөгөн деген, анан Адилет деген баласы бар, экөөнү чакырып бул жерде кыйналып аткан кишилерге больницадагылардын баары тамаксыз калды, врачтардын баары тамаксыз, ошо тамак ташыгыла депчи. Ошо пансионаттар менен организовать этип, өзү ошо волонтерский жумуштар менен да организовать этип атты да, ошолордун баары дары дармек тамак аш ташып. Убакыт да болбой калыптыр да, мындайча айтканда өзүнүн караңгы убакыт да болбой. Ушу Дилбар абышында звонить этип айтып атты да, обстановка оор, аябай больной көп, биз даже эс албай элебиз деп айтып атты да ошол убакытта. Баары кетип калган күндө да жалгыз калды да. Бирок ошондо дагы өзүн мындай достойно кармап отурду да, бир мындай жыгынып эметкен жок да. Мындай дух берип атты бизге наоборотчу. Yeah.
Ана мен Бишкекке алып кетейин дедим. Мен мындай ситуация таштап кете албайм деди да. Жанындагы врачтардын баары ооруп калды. Бул жерде мен кетсем элдер паника ачты, бара албайм деди да. 21-нде Дилбар абышына звонит этти, ушинтип сарбакшталды, ооруп калды, больница эмнеге жаткызды, мен болбой. Урушуп история ачтып жаткызып атам, анткени ахвалы мындай ооруп атат деп ушинтти да. Ана мен келейин десем, агам дагы андан кийин агам айтты, мен көрүп келейин, сен неметип турсуң, мен да кислород болчу дейди, анан ал келип жакшы эле экен мындай деди да. Анан эртең менен 22-синде эртең менен звонит этти, Дилбар абышына сатылып деп, жок келет окшойсуң. Что-то мага жакпай турат деди да. Өзүнүн өкүл баласы бар, инфекционист, реаниматолог Жоошбаев жыргал. Ал звонит этти анан, ал келе атам деп келди да, анан келип көрүп Сарбакшталды ичип Бишкекке алып кетейин, инфекциондун реанимациясына ушул жерден место даярдап койдум деди анан. 27-синде ошо эртең менен анан мага каза болду деп угузушту да. Защитный костюмдарды кийип алып кирсек деле болмок экен да. Мен деген коштошкон жок мындай, эси билсем, мен билсем ошондо. Ошо мен ойлойм да мындай. Ичинде эмне арман кетти болду экен, эмне арманда кетти болду экен, эмнесин айткан жок бизге деп элечи. Мындай эстейт экенсиң да убакыт өткөн сайынчы. Ошо. Мен атам айтмакмын. Эме деп бир күн, бир мүнөт убакыт берсе деле. Атам айтмакмын. Трамес иштерим кылбасам да кечиргиң депчи. Эң өкүнүчтүү ошо ошо атам жанына барып врач болуп мен жардам бере албай калганыма эметем да өкүнөм да. Ошол эсимде акыркы күнү, акыркы жолугу ошол байкемдин кызы менен келген да. Ошондо келип отуруп мен менен сүйлөшүп кеткен. Ошол эң өкүнгөн ошол. Ошондо мен жумушта болчу. Жумушумду таштай эле атам менен сүйлөшүп атсам болмок ошондочу. Бул өзүн аябастан ошо эл үчүн өзү мына каза болуп калды. Аягына чейин күрөштү да. Он столько жизни сохранил, а не нашлось человека, чтобы его жизни сохранить. Это очень обидно. Он очень хороший брат. Он мне был как братом. Я его так хорошо уважала, так я его хорошо знала. Он был очень душевным человеком. Он всегда душой болел за каждую мелочь, если ты обращаешься ему как-то. Он душой болел и душой помогал. Это очень нам его не хватает. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торколо болсун. Ошол киши уюштуруп кеткен бөлүмдү жасап кеткен эмгегин мындан ары колдон келишинче иштегенге аракет кылабыз деп ушунтуп атабыз, эмне кылабыз. Мы познакомились в 2005-м, где-то в конце 2005-го. Мы с ним были вот одна душа на два тела. Мы с ним были настолько близки. Мы были не просто мужем и женой, да, мы были друзьями, мы были советниками, мы были любовниками. Мы были всем, да, мы друг друга дополняли. И даже все всегда нам говорили, что мы очень похожи.
Ну, если честно, мы вот в начале, когда вот это все завертелось по поводу этого ковида, по поводу этого вируса, если честно, мы не верили. Ни он, ни я не верили, мы очень скептически к этим всем информациям относились. Ну, так как я журналист, я уже, в принципе, скептик, да. Но потом кто-то из наших друзей заболел. Вот я помню, он приехал домой, он говорит... Не помню о ком, но он сказал, что вот у него, оказывается, вирус. Мы так удивились, значит, неужели? Но вот когда это коснулось уже какого-то близкого человека, мы поняли, что оно есть. Потом умерла мама нашего друга. Умерла мама нашего друга. Я очень сильно испугалась. Даже дошло до того, что я на похороны, на поминки не поехала. И я вот его тоже очень просила, чтобы он не ездил. Пожалуйста, прям умоляла, звонила ему. Но он поехал. 30-го, по-моему, июня у него поднялась температура. Он мне с работы позвонил. Он говорит, у меня температура. Я сказала, быстро бросай все, давай домой. Он приехал домой. Я позвонила врачу. Знакомому, он сказал, что нужно сдать ПЦР. И мы поехали сдавать ПЦР. Но на тот момент ваши реагентов не было, и нам врач сказала, что 2-3 дня нужно будет результаты дождаться, потому что реагентов нету. Но в это время он должен находиться дома, чтобы он ни с кем не контактировал. И самоизолируйтесь. Мы когда ехали домой, его руководство, его начальник позвонил. Лук сказал, что у него температура, что он сдал ПЦР, и что нужно вот самоизолироваться, потому что пока результатов нету. Но начальник сказал, что отчет, что он должен приехать на работу. И он уехал на работу. И вот 3 дня до получения результатов он работал. С высокой температурой. Я дома, конечно, ему давала лекарства, я ему и в карман ложила, чтобы он на работе пил. Мы это все и делали. 1 числа он мне позвонил уже с работы, сказал, что ему сейчас звонили с СЭС, и что вирус подтвердил. Я не знаю, какое чувство тогда пережила, но я его прям попросила, я говорю, пожалуйста, бросай все, езжай домой. Но даже после того, как у него вирус подтвердился, ему сказали, что он должен доделать отчет. Но я уже настояла, я сказала, нет, потом тебя обвинят в том, что ты заразил кого-то. И он домой приехал. Вот так вот мы дома. Он еще едет домой. Звонит мне, говорит. Диана говорит, а ты меня пустишь? Я говорю, ты? Чуть за вопросы, конечно, приезжай домой. Да, кстати, когда вот ПЦР результаты у него был положительный, у меня был отрицательный. Но я его дома оставила. Но это такая зараза, а она все равно этот... Да, и я тоже заразилась. И эти же симптомы, температура, пот, озноб. И потом вот такое вот состояние. Вот, если честно, просто мозги не работают. Да, вот, непонятно что. На 5-й день у нас у обоих появился кашель. Я позвонила врачу, врач сказал, это один из симптомов. Не переживайте, у вас все это пройдет в легкой форме. На 6-й день, где-то после обеда, у него появилось кровохарканье. И вот тогда я уже запаниковала. Я начала звонить всем знакомым врачам, кому могла. Мест в больницах не было, все было переполнено. Я умоляла, просила. Я позвонила чиновнику, который смог бы помочь.
сделали место в одной больнице частной. Но сказали, что так как у меня результат отрицательный, меня не возьмут, что в красную зону он только один войдет, а меня в обсерватор отправят. Но я отказалась, я сказала, он без меня не сможет, он не сможет. Что я должна быть рядом, что я должна быть вместе, и нас положили вместе. Сказали, нужно колоть клексан. Клексана не было. Мы в одной аптеке нашли один шприц по 2300. Я попросила сына, чтобы он поехал, купил. Племянника. Племянник купил, мы за 23 тысячи коробку купили тогда. 10 штук. Его начали колоть. Потом нам сказали, что нужно плазму лить. А его группу крови мы в Аше не нашли. Была только в Джалабаде. Весь мир, кто мог, все помогали, все, что могли, делали. Его братишка в Джалабад поехал, выкупили плазму. Мы все сделали. Но Бог распорядился иначе. Даже в больнице он не хотел умирать. Я до последнего момента не верила, что он умрет. Я была уверена, что мы оттуда уйдем. Был какой-то момент, когда ему, не знаю, он понял, не понял, я не знаю, но вот в какой-то момент он взял меня за руки. Взял меня за руки, сжал руки и говорит, ты только детей не бросай. Нас вели несколько врачей. Один из врачей в Бишкеке был, он позвонил с утра до 9:00. Позвонил и сказал, как вы спали? Ну, мы действительно всю ночь за него боролись, врачей. Вот спасибо врачам, они все возможное, невозможное делали, они постоянно были рядом. Хотя это лето, они вот в этих формах, в СИЗах. Это очень тяжело было видно, потому что у них прям через эту маску видно, как пот льется. Они были рядом. Один из врачей даже вот постоянно его массировал, подбадривал, улухака. Вы только духом не падайте, вы только дышите. Я его просила постоянно, ты только дыши. Потом вот утром позвонил врач, говорит, как вы спали? Я говорю, тяжело, мы всю ночь боролись. Он говорит, засними мне его состояние, отправь. Я засняла его состояние, отправила. Он перезвонил через 5 минут и сказал, держись, сестренка, он умирает. Да, по состоянию. Я говорю, вы же мне обещали. Вы же говорили. Он трубку положил, я забежала в палату, я перед ним не разговаривала. Он лежал на животе, но он очень тяжело дышал. Я врачей попросила, чтобы его положили на спину. Мы его перевернули, и он так спокойно начал дышать. И в какой-то момент у него дыхание прекратилось. Я начала кричать, у меня истерика началась. Я просила врачей сделать что-нибудь, они ему какой-то препарат, я не знаю, адреналин, гормон, я не знаю, что это было. Но они ввели, чтобы сердце заработало. И он в какой-то момент открыл глаза, посмотрел на меня, сказал, я люблю тебя, и заснул. Я его тормошила, я его за голову держала, я его просила, я его умоляла.
уснул. Он уснул навсегда. Я знаю, что он рядом, что он всегда меня поддержит. Во сне он, когда вот вначале, я же болела тоже, заразилась же, он и во сне приходит, я плачу. А почему ты плачешь? Я же выздоровел, все же хорошо. Или во сне приходит и говорит, дыши. Мне не нравится, как ты дышишь. Почему ты так тяжело дышишь? Дыши. Я тогда поняла, что он хочет, чтобы я жила. Только жить без него. Это ад на земле.